Сильней. Место аккуратнее. Давайте вдоль вот этой, чтобы ровно стояли. Видите, как столбушки стоят по столбам. Боже милости, будь мне грешен. Сказал мне, Господи, помилуй меня. Защищаю эту грешу, Господи, прости меня грешен. Значит что, мы здесь работаем на домике, там заросло все репьем. Репей примерно вот такой высоты. И на макушку трудно достать, шифер достает. Ну, мы все убирали там лопатой, косы плохие, кое-как. Сегодня надо бы провести тренировку по безопасности детей. Это мы вам все расскажем отдельно. Завтра, если Господь благословит, будет комиссия. Мы молимся, чтобы было все в поле. Я им заранее скажу, подписывайте все бумаги и уезжайте. Мы не соответствуем ничему, мы соответствуем Божьим планам. А ваши это инструкции, они мне ничего не дают, кроме беды, неприятности. С ними я не пойду. Галина Александровна, идешь ты, показываешь все. Никита будет здесь, сигнал, да, ты с ними как воспитатель. Виктор Николаевич сразу подъедет на мотоцикле, Володя все снимает, и провода, чтобы были здесь. Когда будут беседовать, на провода нацепить, иначе не хватит еще. Провода заранее. Телефон! Ой-ой-ой. Говори. Слушаю. Егор, на, подойди сюда. Одна минута. Держи. Алло. Хорошо. Ну, я сегодня специально. По-английски немножко поговорите. Ну, чуть лучше, чем раньше. Да. Нет, нормально все. И скажи вчерашний хотя бы день, расписание, как было, занятия, лодки, там, чтобы он... А, что? Да. Вчера... Ну, вчера мы на лодках плавали. Три фильма посмотрели, что тебе еще надо? В храме были. И все, перечислили, занятия. Тут так интересно было. Ну, мы ходили на занятия в храм вчера. Фильм смотрели. Про этого человека в пустыне. Да, можно следить. Все, мне так он сейчас прощается. Ну все. Отлично все идет, никаких вопросов не возникает. Тут из него учителя хотят сделать, чтобы ученики собирались и английский язык как маленько пошлифовали. Ну если получится, то... А? Никак. Да, все, отошли. Ответственность. Отец заботится, это правильно. Безответственный человек, он не думает, что отвечать надо будет за то, что он делает. Надо всегда смотреть вперед. Вот мы сейчас где делаем, там хозяева недолго жили, ну совсем недолго. Истопили печку, зола. Из зола 50 метров, он как до башни до нашей, прошли, ну, примерно столько-то. И высыпали вплотную к туалету. Сидят, смотрят, туалет как свечка горит. Ну что, ума много надо на это. Что не знаем, что горячая зола, она зажигает, ветер дует. И что дерево горит, не знали. А мы городские ничего этого не знают. Они не обжигались никогда, у них ничего не горело. Да в городе пожарная команда работает. Объяснение только одно, беспечность. Понимаете, то есть без за печкой сидит и рожки строит. Вот и все.
Потренироваться надо будет сегодня. Я дам 3-4 или 5 вариантов. Ребятишек я, конечно, не дам. Останутся только Загуляевы. Ни с посторонним, ни с кем нельзя разговаривать. И вы, мама скажет, я разрешаю, но только через мое разрешение. Если они пожелают с вами разговаривать, мама даст разрешение, и я дам. Мама даст, а я не дам, разговаривать уже не будете. Если я дам разрешение, то мама только присутствует, она уже мне не запретит. Тут я над вами вас имею. Порядок такой. Если я вас наказываю, мама не имеет права заступаться. Если мама трогает, я и запрещу наказывать. У нас это в уставе обговорено. Так, как до обеда было? Давай. Выйди. Ты сегодня первый день в должности воспитателя. Ну, особо что выделился, это учитель наш новый. Ну? Брал прям землю с пола в столовой, начал сыпать на стол, где едим. Отказал ему это дело. Потом начал сыпать на сидушки, где едим. И потом сдувал туда. А что это такое? Как это? Ну, я тоже не знаю. А кто это делал? Егор делал. Егор. А я не знал, а ты не сказал об этом. Ну-ка, Егор, иди сюда, тебе речь идет. А что это означает? Землю брал, сыпал. А что это означает? Ты, может, на стол налезешь и какать начнешь там? Ну, объясни, что это такое? Брал землю и сыпал. Ну, чем? Что это за игра какая? Что это такое? Стол для всего, землю сыпать на него? Хорошо. Ты хотел показать, что ты такой умный? Ну, это умный делает человек или не умный-то? Значит, тебе наказание. Вот там есть куча, лопаты, и ты будешь у меня до вечера землю копать. Пересыпать с места на место, пока не надоест. Ты земли не видал, видать, в городе. Один раз спать был, понял? Я тебя отведу, он там куча, есть куча. И ты будешь пересыпать с одного места на другое. Становись. Ну, легко. Так, я спросил Кирилла, ты ходишь в туалет туда? Да. Или сюда пришел? Не, бывает, сюда хожу. Куда ходишь? Сюда бывает, хожу. Куда? Где все? Да, а кто тебе разрешил? Кто тебе разрешил? Тебе было сказано ходить вон за то здание. В туалете ты безобразничаешь. И ходить с лопатой закапывать. Вернись на прежнее. Тебе осталась неделя. В следующий вторник уезжаешь. Мама позвонила. Остальные остаются. Все. Мама очень довольна. Какому-то там сказала человеку. Он звонит. У него мальчик 10 лет. И смотрят. Все, хватились? Платочков какого-то нету. Это не платочек, это. Листочек. У тебя же какое-то нарекание. Так, а ну-ка, правда, покажите платочки. Ну, у кого нету? Выходи сюда, у кого нету. Так, бегал, прыгал, а платочка нету. Так, ну, у кого нету? Так, Егор, ты так и не объяснил мне, вернись сюда. Зачем ты землю-то сыпал? Ты никогда не знал, что на стол землю это не сыпят. Это не ваше дело, ведь мы вас убедили. Это совершенно ненормальный, больной человек только может делать. А у вас в квартире газ. На стол сыпать землю я ничего не могу сделать. Это в дурдоме только делаю. Зачем ты это делал? А? Бес мучает. Бес, сатана. Значит, ты сейчас, по чашку тебе дадут, ты в чашку будешь сыпать землю, нет? Ну я понимаю, что ты, ну если так, так действительно ты будешь со свиньями есть. У нас тут держат одни свиней. Это не годится. Такой бяки я не ожидал. И с такими мыслями, если бы отец сказал, я бы тебя не принял. Ты с первого дня начинаешь выкаблучивать. Это абсолютно не подходит мне. Тарас тоже сыпал. А? Тарас тоже сыпал. Я на земле это делал. Он говорит, Тарас тоже сыпал. Он не сыпал. Тарас сыпал. Сыпал. Только он на землю. Тарас сыпал? Землю на землю? Да, землю на землю. А зачем ты, глядя на него, показать, что ты точно такой же? Ну а зачем? На так, Екатерина, какой участок принимала? Он не сыпал на книжку. Я говорил, чтобы ты ее вводил. Занятия она вела. Ну прекрасно. Ну ходи, говори. Еще пойдет? Мне тяжело было проводить занятия, потому что было очень шумно. И было что? Было очень шумно, мальчики шумели. Шумно? И мальчики тяжело шумели. Было говорить. Так, что означает слово шумели? Поясните. Разговаривали, смеялись. Вы на уроках так же себя ведете? Разговариваете, смеетесь? Кто разговаривал, смеялся? Ну выйди сюда, кто разговаривал, смеялся?
Все, застопорилось. Ну выходи, ты кто разговаривал, смеялся. Ты же разговаривал. Тимоша разговаривал? Меня Ксюша отвлекала. Видал, как стрелку переводит сразу, палец туда. Разговаривал? Ты-то не можешь молчать? Нет. Да не может быть того. Ну кто разговаривал? Я молчал. Нет. Ну кто разговаривал? Ты должна сказать мне. Михаил разговаривал. Выходи. Снимай с него фартук. Нарушитель посылает к котлу какому-то. Снимай, разжалован. Зачем разговаривал? Во время урока. Божественное было? Да. Божественного урока разговаривал. Забери у него. Кто дежурный? Поставьте кого-то другого. Ты должен быть наказан. Сейчас посмотрим. Я тебе скажу, лишаешься первого. Кто еще разговаривал? Егор. Это ваш учитель. Так, кто разговаривал? Егор разговаривал. Опять Егор. С первого дня ты пошел у меня где-то. Первого лишаешься. Это уже отдельно тебе наказание. С первого дня ты начал чемпионом быть. Тебе это надо? Ты разговаривал? Все, тогда вопросов нет. За платочком у кого нет, беги. Давайте. У тебя где платочек? Покажи. Ну что стоишь-то? Все, за стол. Все, садись. Молодцы. Так, что? Кирилл, я вам взял. Что, Кирилл? Кирилл, рука вот, мне там хочет стоять. Ну беги, потом будешь, за стол наденешь. Да, одену кирку. Приравнивано к тому же, что есть. Вот еще одна. Куда залез? Ну-ка вытащи его туда, иди сюда. Напротив стола. Оба, выходите оттуда. Егор, выходи. Вы провинились, а вам сказали без первого. Вот сюда встаньте, не приказать себе. Вы решайте с первого. За недостойное поведение. Вот здесь и стойте. Я такой подумала. Так. Угу. Посмотри, дежурный. Видишь, только села, пилит. Не села, она еще не ела, и хлеба уже нету. Как можно раскладывать? Ну положи хлеба, хватает. Опусти руки, увидели. Тот хлеб уронил, тот ест, который уроненный хлеб. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Садитесь. Так, зелень не забывайте там. Кастрюля. Вот она уже. Так, маленькие ко мне подойдите-ка за морковкой. Морковь-то, конечно, мало. Ну. Сколько там маленькая морковка? Что значит? Ягоды. Дай мне ягоды. Да. Морковь-то, что нету? Не урони. Тому, кто тёр. Взрослым сейчас несёшь. Косу убирай. Девочки, кто дежурит, косы прибирайте. Никаких волос тут. За курточку и всё туда, за сунь. Ногу не отставляй, поставь прямо. Нога к ноге. Вот так и стоит. Руки опусти, сзади не надо держать руки. Так вон. А ничего не делай. Девочки, давайте к Ивановичу. На четвертая ягода, слышите, Игнат Тихонович? Да. Согласите весь список, пожалуйста. Сергей, у нас просто ссылайте все. О, нету ласточат. Столкновение на четвертом получается. Ласточат нету, улетели. Нету ласточат. Нету? Да. Улетели когда? Сегодня? Ну да, видимо, сегодня. Да. Все, ласточата улетели. Вот они. Ну они уже готовы были. Они зависли. Шарик, шарик.